К зиме готовы. Как и в прежние годы, говоря о снегоуборочной технике и грядущих холодах, чиновники докладывают о том, что город встретит зиму во всеоружии. На сегодняшнем деловом понедельнике тему будущих снегопадов не обошли стороной. В этот раз отчет в радужных тонах представил начальник отдела транспорта исполкома. Выйти на борьбу со снегом и льдом работники предприятия автомобильных дорог могут хоть завтра. Тем более, что все для этого уже готово. 225 единиц техники, больше половины из них специализированные. Также были приобретены в необходимом количестве речной песок, техническая соль и реагент, который сокращает расход материалов и не засоряет ливневки. На территории ПАТ имеются две установки для изготовления водно-соляного раствора. Распределение данного жидкого реагента производится методом пролива передвижными автоцистернами. Для обработки остановочных карманов, разворотов, перекрестков, опасных участков дорог заготовлено 500 тонн песчано-соляной смеси. В дальнейшем она будет изготавливаться по мере необходимости. Ильфат Исмагилов отметил, что уже с ноября дорожные службы ведут круглосуточное дежурство на случай внезапного снегопада. Правда, на предприятии, как и прежде, испытывают дефицит кадров. Продолжается набор водителей и механизаторов. Работнику, прибывшему из другого города или района, здесь готовы предложить комнату для проживания. Уже сейчас на предприятии трудятся 16 приезжих. Также начальник отдела транспорта исполкома отчитался о ситуации в управляющих компаниях. Для уборки зимой внутриквартальных дорог и тротуаров здесь имеется 80 единиц спецтехники. Правда, насколько такой арсенал и принятые меры помогут в борьбе с обильными снегопадами, станет ясно только на практике. В ближайшие же дни осадков не ожидается. Полина Сачи, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.